Ну все, вот. Привез я белого медведя. Теперь сейчас мы с медведем на поводке гуляем. Настоящий северный белый мишка. Какой огромный он. Какая маленькая собачка перед ним. Давай вперед. У нас такой маленький. Кто это у нас ждет еды, а? Что за медвежонок такой? А? Что за медвежонок такой, который хочет скушать? Замерз? Ну ладно, я сделаю сейчас будку. По-другому ход сделаю, ну? Хорошо? Тебя не закусали здесь? А? Медведь? Ты, наверное, тут закусали, эти комары. Вот такой медведь у нас, да? Ну, хотел я купить УАЗик с лебедкой, чтобы дернуть шалаш, поставить его на место правильно. Ну, решил ограничиться, взял пока бесплатно тяжеловоза. Вон спрос есть у нас, карабин есть, сейчас мы прицепимся и он подтянет, потащит. Да, Джус? Да, правильно? Ну ты махина, конечно. Джус! Джус! Вперед, вперед. Ну это, конечно, просто махина. Какие лапы у него здоровые. Если посмотреть, сравнить, то это просто тяжелый воз. Тяжелый вес. Огромный. Гигант просто, да? Килограмм, наверное, 40 точно весит, наверное, мне кажется. Народец у нас 30-ку весит. Но не такой он большой. Он просто пушистый даже. Ну это мега пушистый. Ну сравнить, блин, с вон у моська. Да? Сейчас приучим вас. Вот здесь хорошо, а водов нету. Свежо. Да? Нравится тебе здесь? Свежо, свежо. Ни комаров, ни водов. Вы можете здесь даже сидеть. Почилить можно здесь. Немножко отдохнуть. Че, привет? Какая толстая вон. У Джуса. Жарко. Постоянно пьет воду. А этим вода особо не нужна. Они такие привыкшие. А этот что-то уже выдохся. Хотя прошли мы сколько там? Пару километров. Какой пару километров? Километр, наверное, прошли так. Да? Да. Ну давай, работай, работай. Экскаватор, блин. Вот тебя надо нанимать. Копать. Молодец, давай, греби. Все. Балдеж. Ну, что, познакомились? Что? Все, Норд, иди на место. На место. Их надо здоровый, блин. Кабан. Кабаники. Что, пошли гулять-то? Нельзя, 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 нельзя. Нельзя. Чё, нравится? Боюсь такого. Чё за лев этот, тигр? Чё за лев этот, тигр? Моя меня дня рос, нет, не мусор. Под ногами бабай будет.
взял, забрал. Я нелегал, выведи меня, встает генерал. Взят, как кристалл. Айса нет, но я блистал. Мега. Это мой выбор. Больше никаких игр. Я заряжаю калибр. Чё за лев этот тигр? Чё за лев этот тигр? Чё за лев этот тигр? Мишка, 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 посмотри на меня. Молодец. Джуз, вперед давай. Вперед. Твою команду он знает. Молодец. То есть, когда надо остановиться, когда надо, скажешь вперед, пойдет вперед. Скажешь налево, пойдет налево. Скажешь направо, пойдет направо. Он настоящая ездовая. Ну, он, конечно, тяжело возбран. Какой мощный. Вообще просто. Когда он на других собак злится, я даже его боюсь. Но лучше не показывать это, иначе он потом поймется и начнет доминировать. А это делать нельзя. Иначе он будет потом кусаться. А кусаться он не должен. Да? Жил он всю жизнь один, с собаками не контактировал. 8 лет ему, как мне сказали. 2016 года. 2016 года, сейчас что, 24-й, 8 лет получается. Исполнилось, наверное, 8 лет. Такой он огромный маламут, волосатый есть. Пойдем, пойдем, вперед, вперед. Сейчас сначала с ней погуляем. Нардес в 2 раза меньше, блин. Да, Джуз? Сейчас прогуляемся, а потом пойдем возьмем других, прогуляем, чтобы не выли, не ныли. Заказал я всем маламутом ошейники, вот этот постоянно здесь с упряжкой ходит, а этим придется ошейники сделать. В прошлый раз Нардес одну упряжку потерял у меня, да, Нардес? Все, пойдем, искупаемся. Искупаетесь. Какая толстая вон у Джуса. Жарко, постоянно пьет воду. А этим вода особо не нужна, они такие привыкшие. А этот что-то уже выдохся, хотя прошли мы сколько там, пару километров. Какой пару километров? Километр, наверное, прошли так. Да? Жарко? Это еще не самая жара. Ёпта! Что, нравится тебе? Нравится? Кайф? Да, Фрейга? Фрейга? Класс? Да, вода нынче большая. Жарко тебе, да? Надо подлиннее сделать веревку. Чтоб тебе можно было заплывать туда подальше. Я бы, конечно, отпустил тебя, но ты убежишь. Молодец, молодец. Умеешь. Сейчас, Джуз. Джуз.
все, летом будем на перегонки плавать. Да? Поплаваем здесь. Да, Фейка? Овец. Пойдем. Все, пошли, пошли. Рядом, 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 рядом. Ну, давно мы не виделись. За это время много уже поменялось. Появился у нас новый питомец, новый компаньон. Но сегодня мы его адаптируем. Ну это у нас тоже аляскинский маламут, только длинношерстный. Он очень длинношерстный, ну, такой крупный, кажется. Было у меня два щенка позапрошлом помете, вот таких больших. Тоже длинношерстный, один черный, другой такого же окраса. Ну вот. Решил я немножко поменять кровь у щенков. А то слишком как бы уже много в коме от нас щенков уехало. Ну и чтобы как бы некоторые берут и как бы маленьких сучек и кобельков. Поэтому чтобы крови у них одинаково не было, вот решил я немножко разбавить кровь щенкам. Ну вот этот маламут сегодня адаптируется у нас. Первый день с другими питомцами знакомиться нашими. Ну, он уже искупался сегодня, покупался. Шерсть, конечно, у него большая, плотная, поэтому жарко ему. Пить постоянно ему надо. Пить, постоянно слюни текут. Так что вот собака, если кто-то хочет там длинношерстную собаку, то она для, не знаю, для квартиры вообще, мне кажется, не подойдет. Хотя у нас есть самый такой короткошерстный маламут. Он больше всех облинял. Он полностью облинял, там один пух остался. Так, ну что, сейчас мы пройдем, прогуляемся. Погуляем. Вот хозяева предыдущие приучили его к такому поводку на шлейке. Вот так его и вожу, чтобы не убежал никуда. Но первая встреча с другими маламутами прошла так себе, не очень хорошо, конечно. Чуть не подрались. Ну вот Джусик знает команды, да? Ну-ка, Джус, сидеть! Сидеть! Джус! Сидеть! 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 Джус, сидеть! Сидеть! Не хочешь сидеть, да? А вода кусается. Скажи, ты мне не командир, да, скажи? Но все равно я тебя буду приучать. Потихоньку. А вода у нас сегодня, вода. Сейчас ходим до реки большой. Там без комаров, без заводов. Посмотрим, что там творится вообще.
прогуляемся. С собаками надо гулять постоянно. Каждое утро или каждый вечер, как получается. Ну, дождецок по сравнению вон с этим мохнатым медведем. Совсем кроха. Ну, конечно, встретил он так себе. Очень агрессивно. Очень-очень агрессивно. Чё, Фред? Вон наш новый друг. Будет жить с нами теперь. Сейчас посмотрим, что там творится у нас на воде. Прогуляемся до большой реки. Пойдем. Траву тоже кушаешь, да? Вперед, вперед. Ну это, конечно, просто махина. Какие лапы у него здоровые. Если посмотреть, сравнить, то это просто тяжелый воз. Тяжелый вес. Огромный. Гигант просто, да? Килограмм, наверное, 40 точно весит, наверное, мне кажется. Народец у нас 30-ку весит. Но не такой он большой. Он просто пушистый даже. Ну, это мега пушистый. Ну, сравнить, блин, с вон у моська. Да? Сейчас приучим вас. Вот здесь хорошо, а водов нету. Свежо. Да? Нравится тебе? Здесь. Свежо, свежо. Ни комаров, ни водов. Вы можете здесь даже сидеть. Почилить можно здесь. Немножко отдохнуть. Ну, хотел я купить УАЗик с лебедкой. Чтобы дернуть шалаш. Поставить его на место. Правильно. Ну, решил ограничиться. Взял пока бесплатно тяжелый воз. Трос есть у нас, карабин есть. Сейчас мы прицепимся, и он подтянет, потащит. Да, Джус? Да, правильно? Пока не привыкнешь, не будет я с полота отпускать. А ты еще убежишь куда-нибудь? Вышли мы наконец-то к большой реке. Тут чувствуется, а водов уже поменьше. Ветер хороший, такой свежий. Комаров нет. А водов тоже нету. Вот здесь вот сенокос делать вообще, мне кажется, приятно. Потому что, блин, все открытое. Река рядом. Просто свежий идет бриз. Такой хороший ветер от реки. Ну и собакам тоже нравится, да? Первый. Второй. Ну, все, все, все. Ну ты еще не в теме наших забегов. Научишься со временем. Посмотрим, как у тебя получится. Привыкнешь. Ну-ка тихо. Ну, трава для сенокоса уже совсем большая. Да, собаку раскрывает. Больше полметра уже. Пойдем вперед, вперед, вперед. Пошли на берег. Ну, какая огромная трава, блин. Сено можно косить уже, все, запросто. Фре! Блин, круто. Блин, сырая трава. Ну что, это Битлджус? Нравится тебе здесь, нет?
свежо, водичка рядом, трава, солнышко, не то что сидел на привязи. Вообще кайф. Сейчас пойдем посмотрим. Большая вода, нет, сильно большая. Пойдем, поправо, право, право. Право. Че, не знаешь право? Лево. Лево, лево. Лево знаешь. А право, право. Тихо. Вон какая большая вода. Да? Ты не выходи, на, я потом с собой еще давно. Ты стой лучше. Смотри. Нельзя, 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 нельзя. Нельзя. Да, большая, большая вода. Холодно, наверное, еще. Ну ты хитрец, конечно. Как обратно будешь залезать? Я ж там, блин, наберу сейчас кроссовок. Еще не залезу обратно. Ну ты махина, конечно. Тихо! Тихо! Пошли. Сейчас, подожди, я слезу. Или ты сам залезешь? Ты что, там же глубоко. Купаться не думай. Не думай купаться. Блин, брат, меня сейчас вытянешь. Подожди, я в джинсах, блин, ты сейчас еще и зеленый весь был. Холодно, холодно, холодно. Ой, обратно. Холодно, вода, ты чё? Я знаю, что ты любишь плавать. Молодец, молодец. Не боишься воды, да? Да, Джус. Вот ты пловец, а. Давай, давай, выходи, выходи. Нравится тебе плавать, да? Молодец. Искупался. Собачка какая-то здесь. Блин, слышь, надо вылезать. Давай, выходи, выходи, выходи. Освежился и хватит. Опа, ёпа. Мне лишь бы с тобой не нырнуть. Чё, хорошо тебе? Джусик, давай выходи, выходи, выходи. Вот это холодно, наверное. Ну ты вообще морж. Любитель поплавать. Чё, плывёшь? Молодец, молодец. Молодец. Все, выходи, выходи. Давай, выходи, выходи. Сейчас ты будешь весь купался, да? Давай, 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 выплывай. Вода холодная, вообще холодрыга. Все, пошли, пошли. Пойдем. Давай, давай, пошли. Молодец, я к нам замедленно это делать. Купался. Хорошо? Хорошо тебе. Еще хочешь плавать? На длинную-то шлейку сейчас взять. Чтобы ты хорошо плавал. Давай, выходи, выходи. Я уже осал, он там. Он кусает. Пошли. Махнач. Во, молодец. Дошли мы до шалаша. Как я и говорил, осина это самый офигенный вариант, потому что она неубиваемая. Вон она пошла. Вода не попала, и она начала расти. Я тут все сделал в основном из осины. Доски сухие. Основное все осина.
Да, что-то я ошибся. Что-то, мне кажется, не потянет наш гигант вот эту махину. Придется таки лебедкой поднимать. Лебедкой. Без лебедки не обойдешься никак. Что-то утина, это еще какая-то осталась. Что там? Что, посмотрим? Любит, конечно, поплавать. Блин, даже Норд так не плавает, как он. Чувствую, летом на перегонке будем с ним плавать, скорее всего. Нордец, он, конечно, любит плавать, но сегодня даже в воду не заходил, все холодно. Так, ничего, ничего не сломалось, все нормально. Стул на месте нет вообще. Где-то стул, кирпичи там и остались, смотрю. Все на месте. Крыша даже не вырвала, странно вообще. Я думал, крышу вырвет. Крыша осталась. Ну все, лебедка будет поднимать все это. Все это счастье. И осенью можно здесь охотиться. Уток стрелять. Так, если отпущу тебя, ты же убежишь, да, или нет? Убежишь или нет? Я бы тебя отпустил, конечно. Но пока тебе надо привыкнуть будет. Да, нардец? Джус, что нравится тебе там, да? Но все, надо будет лебедкой заниматься. Поднимать, вытягивать его и куда-то прибить его. Хорошенько. Или привязать. Тросом, может. Да, вроде кирпичей нагрузил. Много, но кирпичи не спасли. Кирпичи вообще куда-то просыпались. Крыша вон у нас рядом. Лежит. Кирпичи не спасли. На гвозди сейчас загнуть будет. Дверцу сломала. Такие дела. Ну что, придется лебедка поднимать. Блин, УАЗик, мне кажется, сможет поднять, сможет. Это надо будет там закреплять, наверху. Тихо. Ну осина, вот я. Вообще, какие-то столбы лучше из осины ставить, потому что столбы из осины, они, если их не ошкурить, они будут вечные. То есть столб еще даст такие ростки, и он будет питаться и не будет гнить. Осина, ива, все это будет вечно. В воде, если еще более будет, а тут вода будет по-любому в земле. Ну сейчас шваж будет повыше, если поднять, потому что эти у меня раньше в земле были эти столбы. Почти до низу, но в итоге еще выше станет шалаш, будет нормально, по идее. Четвером в этом шалаше спокойно можешь сидеть. Че, привет? Ну, трава у нас густая уже, можно косить спокойно, да? И шиповник вовсю цветет. Вон везде шиповник здесь. Вдоль речки цветет. Красиво цветет. Такие кусты еще аккуратные. Как будто пострижены. Красиво так. Ладно, маленько срежем. Можно, конечно, возле речки пройтись. Потом здесь опять купаться захочет. Придется его купаться. Или пойдем, наверное, возле берега. Там, наверное, мне кажется, меньше водов. Там вода нас замучивает. Да, тут стена хорошая, высокая. Высокая трава. Он считает гигант, сантиметров 70 высотой. И ему прям по холке трава. Нарвица он скрывает. Прям на лужу, наверное, здесь. Пойдем, наверное, здесь, на шиповника пойдем. Не-не-не, там не пойдем. Там у нас вода. Я там еще утонул, наверное. Или там пройдемся. Болото, если не болото. Может, подсох уже.
Кочкарник, блин, и грязь. Кочкарник и грязь. По кочкам-то еще можно пройтись. Опа. Не, сухо. Как ни странно, но очень сухо. Хотя дожди лили неделю. Блин. Ну все, да, подружились с нашим новым компаньоном. Нравится ему на поводке, да, как прям бумеру. Бумеру тоже нравится на поводке. Рэйке тоже раньше нравилось, но я сейчас расслабилась уже. Ходит без поводка. Что там блестит такое? Интересно. Посмотрим, что там блестит. Вот этот медведь, конечно, гигантский. Смотри, как белый медведь. Медведь! Медведь! Мишка! 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 Посмотри на меня. Молодец. Джуз, вперед давай. Вперед. Прям команду он знает. Молодец. То есть, когда надо, остановится. Когда надо, скажешь вперед, пойдет вперед. Скажешь налево, пойдет налево. Скажешь направо, пойдет направо. Он настоящая ездовая. Ну, он, конечно, тяжело воздух. Какой мощный. Вообще просто. Когда он на других собак злится, я даже его боюсь. Но лучше не показывать это, иначе он потом поймется и начнет доминировать. А это делать нельзя, иначе он будет потом кусаться. А кусаться он не должен. Да? Жил он всю жизнь один, собак не контактировал. 8 лет ему, как мне сказали. 2016 года. 2016 года, сейчас что, 24-й, 8 лет получается. Исполнилось, наверное, 8 лет.